Одежда ведущей предоставлена магазином модной женской одежды «Концепт Клаб». Всем привет! В эфире «Дорогие дороги» – передача для тех, кто рулит по жизни, и тех, кто передвигается на своих двоих. Меня зовут Екатерина Кириллова. Поехали! Сегодня в рубрике «Автоновости» самые аварийные дни в Стерлитамаке. В рубрике «Автоюрист» – что делать, если ремонт в автосервисе сделали некачественно. Премьера рубрики «Реальная цена». Узнаем, во сколько оценят автоспециалисты. Стерлитамакский отдел ГИБДД назвал самые аварийные дни. Чаще всего ДТП водители допускают по понедельникам, вторникам и субботам. Если учитывать время суток, то аварии в часы пик с 18 до 20 часов больше, чем по утрам или в полдень, например. За первые два месяца нового года на дорогах Стерлитамака произошло 19 ДТП, в которых получили травмы 20 человек. Основная масса дорожно-транспортных происшествий зарегистрирована с участием пешеходов. Это примерно 63% от общей доли. Пешеходов на дорогах Стерлитамака давят как на пешеходных переходах, таких у нас зарегистрировано 32 факта, так и по причине выхода самих пешеходов на проезжую часть в местах, в неустановленных местах. Столкновения машин происходят в основном на перекрестках. Водители или игнорируют требования сигнала светофора, или не пропускают встречный транспорт. Управляющие машиной и пассажиры часто забывают пристегнуть ремни безопасности, а детей перевозят без специальных удерживающих устройств. В сутки инспекторы останавливают по 4-5 нетрезвых водителей. Некоторые попадаются повторно. Таких ждет уголовная ответственность. Злостные должники рассчитаются правами. В Стерлитамаке у неплательщиков начали приостанавливать действие водительских удостоверений. В среднем в неделю судебные приставы привлекают к ответственности 70 водителей. Это автолюбители, имеющие задолженность более 10 тысяч рублей. С начала года отделом ГИБДД по Стерлитамаку выявлено 240 случаев неуплаты штрафа в срок. Госавтоинспекция напоминает, с 1 января при оплате в течение 20 дней действует скидка 50%. Информацию по наличию штрафа можно узнать на сайте госуслуг. Ямочный ремонт продолжается. Как рассказывают в отделе ЖКХ города, на прошлой неделе брусчаткой покрыли улицы Нагуманова, Худайбердина, Николаева, Волочаевскую, проспект Ленина. Также отремонтировали кольцо на Вечном огне, участок от кольца в микрорайоне Строймаш до распределительного центра и покрытие остановки Михайловка. Полноценный ремонт асфальта начнется с 1 апреля. Это на 3 недели раньше, чем в прошлом году. В редакцию СТВ продолжают поступать материалы от наших народных корреспондентов. Житель Стерлитамака Артур Гумеров жалуется на нарушение ПДД на улице Дружбы. По его словам, каждый день машины паркуются прямо на пешеходном переходе у въезда в гимназию номер 2. Из-за машин ребенка, переходящего дорогу, не видно, считает Артур, а это огромный риск. Согласно действующему законодательству, в частности правил дорожного движения, остановка на пешеходном переходе и ближе 5 метров до него у нас запрещена. Предусмотрена административная ответственность за данное правонарушение. Кроме штрафа, на таких водителей налагается еще и административное взыскание в виде задержания транспортного средства. А Азатар Бегеев стал свидетелем ДТП. По словам очевидца, от водителя виновника разило перегаром. Если бы на пути Приоры не встала 15-я, неизвестно, какими бы последствиями закончилась пьяная поездка. Напоминаем, Стерлитамакское телевидение в конце каждого месяца раздает гонорары за лучшие видео, фото или информационные поводы. Заработать можно от 500 до 1500 рублей. Ждем на stv-info@bk.ru. Спонсор рубрики – компания «Автоюрист». Задай вопрос специалисту по телефону 22 58 67. Страховая компания направила автомобиль в свой сервис. Автомобиль. И этот сервис сделал некачественный ремонт. Что теперь делать автовладельцу? Во-первых, я советую всем потребителям данной услуги сделать пометку в акте приема транспортного средства о том, какая услуга вам была оказана некачественно. Следующим вашим действием это будет обращение с претензией в страховую компанию, потому что участниками правоотношений в данном случае будет являться потребитель услуги, то есть это физическое лицо, и непосредственно сама страховая компания, которая предоставляет данную услугу. То есть станция техобслуживания
обслуживания не несет ответственности непосредственно перед вами. Поэтому необходимо обратиться с досудебной претензией в страховую компанию. Далее у вас есть несколько вариантов на выбор. Во-первых, вы можете, согласно закону о защите прав потребителей, исправление некачественно оказанной вам услуги. Во-вторых, вы можете возместить расходы, если вы обращались за устранением данной услуги за помощью третьих лиц. В-третьих, вы можете просить сумму для устранения данных недостатков. Именно потребитель услуги выбирает наиболее приемлемый для себя вариант. Дефекты у нас могут выявляться и после. Как правило, 30 дней гарантия на ремонтные работы. Ну и также необходимо решать вопросы страховой компании, то есть путем обращения с досудебной претензией. Сколько стоит моя машина? Популярный вопрос у автолюбителей. Дорогие дороги предлагают узнать реальную цену вашей ласточки. В помощь самые крутые специалисты, среди которых Вячеслав. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Катя. Вячеслав, вот моя Kia Spectre 2007 года выпуска. Думаю, на рынке моя машина будет стоить 180 тысяч рублей. А вы как думаете, смогу продать ее за такую цену? Данный автомобиль такого года по рыночной стоимости примерно оценится 170-300 тысяч рублей. А ответить на ваш вопрос я смогу только после диагностики. Спрошу к нам в автосервис. Пойдемте. Данный автомобиль мы продиагностировали по четырем параметрам, то есть кузовщина, двигатель, ходовая часть и электронный блок управления. По ходовой, значит, требуется замена сайлент-блоков нижних рычагов, втулок стабилизатора. По двигателю нареканий нет, но желательно поменять масло. Так, по электронным блокам управления, значит, в системе АБС найдены ошибки. И по кузовщине, значит, есть крашеные детали, это капот, крыша, правое крыло, правая дверь пассажирская и правая тоже задняя дверь. Вот. Ну, в таком состоянии автомобиль примерно можно оценить в 200 тысяч рублей. Спасибо большое, Вячеслав. И вам спасибо. Приятно было пообщаться. Приезжайте к нам в автосервис. Итак, выручить за свой автомобиль я смогу даже больше, чем планировала. Если и вы хотите узнать стоимость вашей ласточки, звоните. Мы назовем реальную цену. Это были «Дорогие дороги» – передача для тех, кто рулит по жизни. Ждем от вас поводы для сюжетов, а также ваши вопросы автоюристу в группе Стерлитамакского телевидения ВКонтакте. С вами была Екатерина Кириллова. Удачи на дороге! Обворожительный. Роскошный. Неповторимый. Макияж от Снежанны Казаковой. Твой образ, твоя тайна. Авторадио. Первое автомобильное радио. Движение. Только вперед. Авторадио. 101.4 FM.